Здравствуйте, вы смотрите Guide.rf, видеоверсия. Программа подготовлена при поддержке гипермаркета «Айсберг». Только в гипермаркете «Айсберг» с 21 по 30 ноября суперцены на все холодильники. Например, надежный двухкамерный холодильник «Орск» с авторазморозкой холодильной камеры по суперцене всего за 14 990. Покупать в «Айсберге» выгодно. Подробности у продавцов-консультантов. В Гайскую межрайонную прокуратуру поступило с обвинительным заключением уголовное дело в отношении бывшего начальника почтового отделения связи поселка Иреклинский, которое присвоило более 60 тысяч рублей, принадлежащие Почте России. После рассмотрения прокурором уголовного дела будет принято решение о возможности утверждения поступившего обвинительного заключения и направления дела в суд. В редакцию портала Guide.rf поступило сообщение о том, что некие люди собирают средства на строительство или же реконструкцию храма святых апостолов Петра и Павла. Как прокомментировали представители церкви, неблагочинный Гайского городского округа отец Игорь Никифоров, ни отец Виталий, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла, благословения не давали на строительство храма и сбор денег на него. Пожертвования с гайчан, скорее всего, собирают мошенники. Теперь автомобилисты могут быть уверены в сырье, которое зальют в бак своего автомобиля. На территории Восточного Оренбуржья появилась новая заправочная станция под брендом «Лукойл». АЗС расположилась на въезде в Новотроицк. А настоящий ли «Лукойл»? Этот вопрос в первую очередь возникает у наученных горьким опытом автомобилистов и тех, кто действительно заботится о своем железном коне. Подлинность продукта подтверждают прибывшие на открытие заправки представители нефтяной компании «Лукойл» из Оренбурга. На этой заправке будет продаваться наше топливо. Компанейская. Будем мы, значит, сами завозить это топливо. Иными словами, АЗС, расположенная на въезде в Новотроицк, предоставила площадку для реализации настоящего «Лукойла», который будет сам контролировать качество своего продукта. Здесь же потребители смогут приобрести и сопутствующие товары. Качество топлива у нас очень хорошее. Мы берем топливо только с наших заводов. Говоря о ценовой политике, стоит отметить, что тарифы будут устанавливать сами держатели бренда. На новой заправочной станции будут действовать абсолютно все акции, бонусные системы и скидки, которые действуют на АЗС Оренбурга и Оренбургской области. В частности, и специальные фирменные карты «Ликард». Будет установлено наше оборудование, мы будем контролировать и качество топлива, и все дисконтные карты, которые работают, значит, в компании, сейчас «Ликард», они будут действовать и на этой АЗС, и на территории Оренбургской области. Успей получить бонусную карту со скидкой до 10%, ведь именно сейчас будет сформирована клиентская база. «Лукойл» и лишних эпитетов не нужно. Этот бренд, безусловно, ассоциируется с качеством. Мы, водители, давно мечтали, когда появится такая заправка, а привлекает надежность и качество бензина. Ну, естественно, безопасность для машины, для двигателя. И те, кто однажды попробовал, уже навряд ли поменяют свое мнение. Новый год – время, когда стоит порадовать своих близких уютными подарками. Пушистый плед, теплое одеяло, шикарный комплект постельного белья в подарочной упаковке – все это и не только вы можете купить в отделе «Мягкий сон». Также в продаже подарочные сертификаты. Вместе с нами подарите близким свою заботу. В честь годовщины нашего открытия с 25 ноября по 5 декабря скидки до 10%. Мы ждем вас по адресу: улица Орская, 111Б, торговый центр, второй этаж, секция номер 42, «Мягкий сон». В воскресенье 27 ноября вся страна отмечала День матери. В преддверии этого праздника в городе прошла церемония награждения победительниц конкурса «Женщина года». В адрес гайчанок прозвучали поздравительные слова от первых лиц города. Как отметила Нина Корнева, председатель местного отделения Оренбургской областной организации «Женщин», в этом конкурсе участвуют только смелые женщины, которые не боятся заявить о себе. Марина Ильина, заместитель главы округа, поздравила женщин не просто как участниц конкурса, но и как прекрасных матерей. В подарок конкурсантки и победительницы получили цветы и благодарственные письма и подарки. Со сцены ЦДТ «Радуга» прозвучали прекрасные песни о маме и творческие номера.
Поздравительное письмо от губернатора области Юрия Берга пришло на имя семьи Мусаевых, которые 7 октября стали родителями двойняшек Варвары и Василисы. Губернатор пожелал малышкам крепкого здоровья, а родителям воспитать из новорожденных достойных людей. В честь новых граждан нашей страны прозвучал гимн России. Уважаемые родители, сердечно поздравляю вас с радостным событием, рождением двух малышей. Это большая радость, двойное счастье, но вместе с тем и двойная ответственность. Не сомневаюсь, что вы сделаете все необходимое, чтобы ваши дети выросли физически крепкими, воспитанными и стали настоящими людьми, честными, порядочными, трудолюбивыми, истинными патриотами родного края. От всей души желаю вашей замечательной семье любви, мира и благополучия. Юрий Александрович Берг. Счастливым родителям был вручен подарок и от главы Гайского округа Олега Попунина. Владлен и Елена Мусаевы воспитывают еще и двух старших сыновей – Никиту и Ярослава. Мы очень долго ждали дочек, и вот нас судьба наградила двумя прекрасными маленькими малышками. Мы очень счастливы, мы очень рады. А потом вырастает вот такое счастье. Смотришь на них, они такие хорошие, такие любимые, такие родные, поэтому ради этого стоит. В честь Дня матери школьники города и организации «Молодая гвардия» подготовили свои поздравительные слова. «Мамы всего города, это все для вас». Нам мама жизнь подарила, с ней было уютно кругом, лихую минуту спасала, душевным своим теплом. Нас мама всему научила, путеводная наша звезда. Ну что же творите вы, дети? Грустнеют у мамы глаза. Как часто вы с ней говорите про жизнь, про любовь, про семью? Хоть изредка вы позвоните, вы ж с ней единая кровь. Нет мамы роднее на свете. И не дай Бог вам понять, когда у вас выросли дети, а некого вам обнять. Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. Перед разлукой у дверей нежнее с ними попрощайтесь. И уходить за поворот вы не спешите, не спешите. И ей, стоящей у ворот, как можно дольше помашите. Вздыхают матери в тиши ночной, в тиши тревожной. Для них мы вечно малыши, и с этим спорить невозможно. Так будьте чуточку добрей, опекой их не раздражайтесь. Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. Они страдают от разлук, и нам в дороге беспредельной, без материнских добрых рук, как малышам без колыбельной. Пишите письма им скорей, и слов высоких не стесняйтесь. Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. День матери — праздник еще молодой, но все ему рады, конечно. Все, кто рождены под счастливой звездой, и мама опекой сердечной. Мы в диких бегах суеты городской, подчас забываем о маме. Спешим, растворяясь в массе людской, всерьез увлекаясь делами. А мама нас ждет и ночами не спит, волнуюсь и думаю часто. Ах, как они там, и сердце болит, и стонет, и рвется на части. Я в праздник тебя пришла навестить, хоть можно почаще, конечно. Желаю тебе не болеть, не грустить, люблю я тебя бесконечно. От чистого сердца, простыми словами, давайте, друзья, потолкуем о маме. Мы любим ее, как хорошего друга, за то, что у нас несет сообща. За то, что когда нам приходится туго, мы можем сплакнуть у родного плеча. И просто за то, что она наша мама, мы крепко и нежно любим тебя. Весь мир начинается с мамы. И в сердце хранится портрет той женщины, ласковой самой, которой родней в мире нет. И с первой минуты рождения она, словно ангел земной, подарит любовь и терпение. Она за ребенка стеной. Спасибо всем мамам на свете за то, что прощаете нас. Увы, повзрослевшие дети теперь забегают на час. В делах, бесконечных заботах, уже со своими детьми с любовью посмотрим на фото, где мама и мы лет 7. И взгляд согревает тот самый, и детство мелькнуло вдали. Весь мир начинается с мамы. Здоровья всем мамам земли. Есть в нашей жизни самое святое, незабываемое, вечное, родное. Все понимающее и без всяких слов, все нам прощающее, мамина любовь. Ведь этот день святой в календаре. День матери – главнейший день везде. Мама для нас, как светлый, добрый ангел, всегда поймет, всегда благословит. Ей доверяем сны свои и тайны, она научит и всегда простит. Всех мам мы за любовь благодарим, чтоб счастливы вы были, мы хотим. Здоровье пусть не подведет вовек, любимый наш, хороший человек. Берегите своих матерей, как цветы от холодной вьюги.
Их любовь 100 крат горячей, чем друзей и любимой подруги. Материнской любви не объять. В летний зной, и в пургу, и в стужу она все вам готова отдать. Все до капли и даже душу. Берегите своих матерей. Вам их ласки никто не заменит. Среди пасмурных жизней дней кто поймет вас и кто оценит? Кто возьмет на себя всю боль, все терзания души и муки? Мать не даст вместо хлеба соль, мать всегда вам протянет руки. Пусть она и накажет строго, матерям никогда не лгите. Им ведь надо от вас немного, только очень их берегите. Берегите своих матерей, как цветы от холодной вьюги, и сыновьей заботой своей исцелите все их недуги. Не оставьте их без участия, берегите всегда их, дети. Не бывает полного счастья, если матери нет на свете. Нам мама жизнь подарила, с ней было уютно кругом, в лихую минуту спасала, душевно своим теплом. Нам мама роднее на свете, путеводная наша звезда. Что же творите вы, дети, грустнеют у мамы глаза? Как часто вы с ней говорите про жизнь, про семью, про любовь? Хоть изредка ей позвоните, вы ж с ней единая кровь. Нам мамы нету роднее. И не дай бог вам понять, когда у вас выросли дети и некого вам вынимать. Если вдруг дожди, а в сердце рана, я в твой дом войду, как в двери храма. Ты меня поймешь опять, слова мне не дав сказать. Ты всегда была со мною, мама. По пути судьбы я шел не прямо, и взрослеть как будто начал рано. Сколько слез ты пролила и ночами не спала, за меня молила Бога мама. Только не печалься, мама, не грусти, и за все, что натворил, прошу меня прости. Ведь такая ты одна, несравненная моя. Как же я люблю тебя, моя ты мама. Только будь всегда ты рядом, я молю. Я тебя за эту жизнь, за все благодарю. Приласкай и обними, как всегда благослови. Как же я люблю тебя, моя ты мама. Жизнь моя в твоих руках, родная. Береги себя, я точно знаю. Что живу, пока ты есть, и дышу, пока ты здесь. Рядышком со мной, моя ты мама. Что живу, пока ты есть, и дышу, пока ты здесь. Рядышком со мной, моя ты мама. Только не печалься, мама, не грусти. И за все, что натворил, прошу меня прости. Ведь такая ты одна, несравненная моя. Как же я люблю тебя, моя ты мама.
А мы напоминаем, что наша программа была подготовлена при поддержке гипермаркета «Айсберг». Только в гипермаркете «Айсберг» с 21 по 30 ноября суперцены на все холодильники. Например, надежный двухкамерный холодильник «Орск» с авторазморозкой холодильной камеры по суперцене всего за 14 990. Покупать в «Айсберге» выгодно. Подробности у продавцов-консультантов.